Прихожане оставляют цветы, надувные шары и свечи у ограды Баптистской церкви в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, где начинала свою карьеру Уитни Хьюстон. Похороны певицы состоятся в ее родном городе в пятницу, после церемонии прощания, проведение которой планируется на арене спорткомплекса, рассчитанного на 18 тысяч человек. Известие о смерти Уитни Хьюстон глубоко тронуло представителей израильской общины African Hebrew Israelite of Jerusalem, в которую входит около 2500 темнокожих евреев. Лидер общины Бен Ами Бен Исраэль, узнав о кончине Уитни Хьюстон, заявил, что считал ее своей духовной дочерью. Его заявление обнародовал в эфире один из местных телеканалов. В 2003 году во время своего визита в Израиль певица не только посетила общину, большинство членов которой проживают в Димоне, но и под руководством ее лидера крестилась в водах реки Иордан.